зовут Назерке, мне 21. Я вообще Саула, но когда с парнями знакомлюсь, не сразу говорю, что я Саула, потому что не хочется их пугать, типа, «Эй, я Назерке, я Саула. Я там корову доила, надо будет и тебя доить буду». Скажи, пожалуйста, почему ты шутишь на русском языке, а не на казахском? Ну, я бы хотела, конечно, шутить на казахском языке. Ну, где можно шутить на казахском? Где угодно. Типа на стендапах? Да, почему? Ну, там аудитория русская, типа, меня не поймут точно. Но это вопрос чего? Того, что аудитория не знает казахский язык, перед которой ты выступаешь? Да. Или все-таки что юмор немножко, ну, другой? Юмор тоже, да. Например, на казахском мои шутки звучат, ну, вообще ужасно. А что значит ужасно? Аморальнее, так скажем. Чем на русском языке? Да. Вы, наверное, думаете, типа, такая миленькая маленькая девочка, а стоит такая сиськи, письки, белая жидкость, да? Ну, мы же все были частичкой этой белой жидкости, да, когда-то? Я тоже. И это были классные времена. Потому что там был у нас марафон, где у тебя 15 миллионов соперников, да? И чтобы победить, надо быть первой. И там я победила там, кстати. Я на гранте учусь, у меня отработка 3 года. Потому что у меня сельская квота, и я должна в селе отработать. Вы стендапом собираетесь заниматься серьезно? Какой-то постоянный? Ну, я хочу серьезно заниматься, но мои родители не в курсе, типа семья не в курсе. Вот это мешает немного. Как вы будете учителем химии в сельской школе, которая шутит про члены? Ну, не знаю. Мне самой интересно. У меня еще 4 брата родных, и в детстве у них все просили апчу. Ну, апчу, короче, это писька. Например, родственник подходит маленькому мальчику и типа, дай апчу. И берет, ну, не вырывает, берет. Нюхает и такой, апчу. И типа комментирует, классная апчу, да? И некоторые мальчики сами кидали апчу, типа, вот апчу, вот апчу. Мой брат всегда сам кидал апчу, и если бы он был девушкой, его уже обозвали давалкой. И я им завидовала, типа, у них просят апчу, а у меня нет. Я у мамы спросила, мама сказала, ну ничего страшного. Если твои братья узнают, что ты шутишь про их апчу, что будет? Не знаю. Ну, как думаешь? Ой, ну, не убьют, наверное, надеюсь. Добрый вечер всем, ребят! Привет! Как дела? Дайте шуму! Кто любит сырный соус? Поаплодируйте. Охренительный соус, я считаю. Блин, с ним все залетает, абсолютно все. Не могу, я все в него макаю, блин. Хлеб пропал, несите сюда, мы его воскресим, блядь, дадим ему вторую жизнь, хлеб будет жить нам. Сделать куни, помажьте и погнали, блядь. Ты шутишь много про личные отношения, ну, по крайней мере, то, что мы слышали. Угу. Про личные отношения и про свой вес. Это так вот прям для тебя болезненно? Ну, это то, с чем я сталкиваюсь каждый день. Это вот то, что вот здесь у меня. И я такой, ну, надо об этом говорить, наверное. Это... Меня самое прикольное, меня в Тиндере узнали, прикиньте. Мило. Прикиньте, меня узнали, мне пишут, вау, это правда вы? Я такой, ну, бля, а есть смысл делать мой фейк, блядь? Это кем надо быть, блядь, чтобы посмотреть на меня? Этому точно дадут. А это нужно об этом говорить для чего? Для себя это какая-то это терапия же, или да, что? Да, это все относятся к этому как к терапии. Думаю, ну, поэтому, наверное, это вообще в мире уже более какой-то глубокой профессиональной комедии. Это уже не так интересно, то есть это вторично. Я это вторично шучу, потому что народу это заходит, к сожалению. Типа, если я по-любому нужно, то есть у зрителя всегда возникает вопрос, когда ты выходишь на сцену. Зритель тебя не знает, если я не какой-нибудь там Руслан Белый или Нурлан Сабуров, у него вопросы, кто этот человек?
он не знает моего бэкграунда. И мне по-любому нужно в начале, первые там, минуты 2-3, погрузить его в мой мир, объяснить, кто я такой, я вот такой человек с лишним весом, вот такие у меня в жизни проблемы, а дальше уже погружать какие-то более интересные темы и разговаривать. То есть вот эта проблема, вываленная, скажем так, там, в первом предложении, это как знакомство? Да, это визитка, твоя визитка. Просто ты знакомишь. Ребят, привет, я вот такой-то человек, вот так живу и так далее. Всем привет, меня зовут Никита, и у меня ДЦП. В детстве меня звали инвалидность. До 20 лет, то на год, то на два, наверное, на 400 пройдет. Первый раз, получается, мне, я давно искал выступление в Шымкенте, и года 3, и тут мне друг скидывает афишу, говорит, сходи, посмотри. Я пришел, посмотрел, и думаю, блин, я столько юмора пересмотрел, я могу лучше выступить. Я могу, я чувствую это, что я могу лучше и интереснее. Я подошел к ребятам, они проверили меня, то есть пошутили надо мной, подкололи меня, я подколол их. Ну и они говорят, да без проблем, давай напишем тебе материал и выступай. И тут до меня дошло, что они приняли меня за стриптизера, и я смогу подзаработать. Помощница по дороге спросила, а что я делаю с деньгами от заработка? Ну я говорю, ну походу с этого заработка все деньги пойдут в помощь пострадавшим от моего стриптиза. Сегодня вообще такое время какого-то рассвета, да, наверное, стендап-комедии, да? Да. На постсоветском пространстве. Потому что, ну, это прям везде, весь YouTube, это комики, везде комики. Почему, как ты думаешь, почему именно сейчас, ну, вот такое большое ее влияние и такой большой к ней интерес? Ну, в силу того, что, опять же, как ни крути, мы все равно коснемся политики. Все, ну, грубо говоря, в рамках моего понимания, все плохо, очень плохо. От этого нужно отвлечься. Ну, государству отвлечь, а нам отвлечься. Ну, вот. И плюс ко всему, ну, это хотя бы какие-никакие положительные эмоции. Да, все настолько плохо, что остается только шутить об этом. Недолюбливаю уйгуров. Вот такой переход. Вам это нравится? Вы это хотели? Блять, ловите. Хорошо, хорошо. Уйгуров недолюблю. Я в этом плане немного китаец. М? Нормально? Охуенно. У меня мама уйгурка. Да. А я живу с этим. С этой. Да. Недолюблю уйгуров, поэтому всегда веду себя лицемерно. Поливаю грязью за глаза. За глаза и происхождение. Но среди них не подаю виду. Я веду себя как уйгурский Леопольд. Ребята, давайте жить в дружбе. Это время же называют временем какой-то новой этики, да? И есть масса, при том, что юмор — это территория вообще свободы, вообще в идеале, на мой взгляд. И территория абсолютного отсутствия цензуры, да, и вот этой корректности, которой сегодня обставлена любая тема вот, внутри вот этого нового какого-то миропорядка. Ага. Можно шутить? Вот, кто может шутить про уйгуров? Уйгур может шутить про уйгуров? Или кто угодно? Ну, чтобы это не было вызывающе и не вызвало какой-то негативной реакции. Или ее надо вызывать? Шутить об этом может кто угодно. Если мы говорим о юморе, то здесь что угодно про кого угодно может быть. Вообще главное, в юморе есть смешно. Запрещенные темы? На мой взгляд, нет, их не должно быть. У тебя это внутренние барьеры. Я пока не сталкивался. Все, о чем я хотел поговорить, о чем пошутить, я шутил. Я подумал, ну, настоящая искренняя мечта любой Келинки, это чтобы ее муж изначально был сиротой. Вы только что смеялись над уйгурами. И тут сирота, о, родители умерли.
Миллион уйгуров нахуй! Родители! Да. Если в этот момент ты кого-то оскорбляешь или кому-то делаешь больно своей шуткой. Вообще здорово. Почему? Отлично. Ну, во мне есть какая-то желчь, мне ее надо куда-то выплеснуть. Если я сделал кому-то больно и мне не больно, то здорово. Не ходите на стендап тогда. Больно вам? Ну, хорошо. Поздравляю вас. Вообще, в принципе, вот шутить над инвалидностью можно? Как ты считаешь? И кому? Вот мне можно или можно только тебе? Блин, если честно, я считаю, шутить можно на любую тему. Главное, как это делать. Вы можете тоже об инвалидности, но у нас в Казахстане нельзя переходить границы. Какие? Дозволено. То есть очень сильно углубляться в эту тему здоровому человеку не надо, потому что его воспримут штыки. Даже я сам шучу над людьми с ДЦП, люди боятся над этим смеяться. Они думают, что это неправильно. Само воспитание, то, что нельзя смеяться над человеком, который болеет. Это в нас же заложено с детства. Но ты считаешь, что надо и можно, и что это вот как-то здоровее, правильно же? Конечно, это юмор. Я выхожу на сцену, я уже даю понять, что я выхожу шутить. То, что я вышел не оскорблять кого-то, не унижать, ни в коем случае давить на моральные какие-то принципы. Это юмор. То есть здесь вообще никаких этических норм, никаких правил, никаких какие-то барьеров? Какие-то, возможно, у кого-то... Это все связано с личностью человека. У меня нет никаких барьеров, этических норм. Ну, потому оправдание... что, может быть, ты шутишь про свою жену и больше ни про что не шутишь. Возможно, да, да. Про геев можешь пошутить, наверное, да? Да, не всегда. Про ельбасы можешь пошутить? Боюсь, наверное. Наверное, пока мне страшно шутить об этом. Вот, а чего здесь ты боишься? Я боюсь стука в дверь. Здравствуйте, пройдемте. Ну хорошо, смотри, такая ситуация. Ты сидишь, шутишь про кавказцев. Да, но у меня есть армянские корни, я могу. То есть тут что-то тебе позволяет шутить про... Если мы говорим о таком моральном праве, то да. Моральное право, да, одно. Но вот есть еще такой... Ты шутишь, и в зале сидит там, допустим, стол кавказцев. Им не нравится твоя шутка. Ты их не боишься? Вот они могут выйти, ну и навалять тебе, мягко говоря. А стука в дверь боишься, потому что кто-то придет за тобой после шутки про ельбасы? Ситуация простая. С кавказцами можно поговорить. С ельбасы навряд ли ты поговоришь. Мы с ребятами обсуждали, что прикольно, что наш мир и западный мир, темы, запрещенные темы для монологов, они вот так вот идут, как это сказать, кросс. То есть, например, у нас вообще в порядке вещей шутить там про геев, про ЛГБТ, про черных у нас вообще там и на ура заходит. Над женщиной. Да, это вообще на ура заходит у нас. А там, в Америке, об этом строго-настрого нельзя шутить. Зато они могут в политике кого угодно. Я про то, что у нас темы абсолютно наоборот. То есть у них можно спокойно шутить про этих, про политиков и так далее. Вообще у них полная свобода. Но вот именно темы с ЛГБТ, там у них очень сильно обижаются. У нас тоже обижаются политики. У нас про политиков. Этики. Да. Сегодня. Я имею в виду, смотрите, они там шутят про политиков, а они у них не обижаются. У нас шутят про там ЛГБТ и так далее. Возможно, не обижаются, но никто этого не слышит. И у нас, типа, если пошутить в нашем восточном мире, там, я имею в виду в восточном полушарии, и Россию, и Казахстан, и так далее. Если у нас пошутить про политиков, они тоже обижаются, но у них есть власть, и они могут свою обиду как-то проявить. Какая картинка мира тебе больше нравится? Не знаю, типа, если бы я был там, я бы шутил по их правилам. Если бы я был здесь, я шучу по здесь, ну, по здешним правилам и так далее. То есть я вообще никого не хочу обижать своими монологами. Я понимаю, что шутка всегда направлена на чье-то оскорбление. Я поэтому чаще шучу про себя, чтобы никого не обижать, потому что я на себя не обижусь. Было интервью Сабурова Дудю, где он сказал, что он не может пошутить про ельбасы, потому что ему страшно.
И потом на это отреагировал, казалось бы, Максим Галкин. Я смотрел у Дудя Нурлан Сабуров, по-моему, так парня зовут, говорит, я еще боюсь, вот пока боюсь Назарбаева изображать. Камон, что пока? Чего ты ждешь? Я не понимаю, если ты можешь изобразить Назарбаева. Я много раз выступал перед Назарбаевым, я говорил по-казахски, я шутил про Назарбаева и выступал перед Назарбаевым, без Назарбаева. Ну, если ты этим занимаешься, нафига ты этим занимаешься, если ты не можешь пошутить? Откуда этот страх? Вот такой смелый человек. Человек, у которого нет каких-то вот, ну вот, нет, да, каких-то барьеров. Ты выходишь на сцену каждый раз, ну, рискуя, на самом деле, ты же можешь быть не понятым, не принятым. Ты можешь быть не смешным. Откуда такой страх перед Ельбасы, перед тем, что вот кто-то может прийти и постучать тебе в дверь? Дайте перезапить. Никакого страха нет. Шутки пошути про... тогда. Дай шутку одну про Ельбасы. У меня нет шуток про Ельбасы. Про Тукаева есть? Нет. А что, нет... хоть что-нибудь есть про политику? У меня небольшое отступление. Я, если видно, что я трясусь в кадре, это не потому, что мы говорим про политику. Мне холодно. Просто холодно. Я свидетель. Не случайно я говорю про смелость, спрашиваю тебя, когда мы снимали твое сольное выступление, у тебя на разогреве работали, ну, твои коллеги, друзья, да, один из них пошутил про Булата Назарбаева. И, ну, и сейчас я это скажу, и друг твой, и ты, вы просили не брать эту шутку. Почему? Ну, человек за себя переживает, у него есть дети, он за себя переживает, мы же никогда не знаем. Ну, шутка как бы, ну что, ну так себе шутка тоже на самом деле. Это вот как случай с человеком, которого я обидел. Человек обиделся, я извинился. В смысле, вы боитесь, что Булат Назарбаев обидится и придет, постучит в окно или что? Да, ну, не он. Не он лично. Есть много людей, которые... донесут до него, что даже он может даже не знать об этом. То есть вот этот страх все равно каких-то фигур, даже если ты не шутишь, он присутствует. То есть он все равно, да? Да, конечно, да, да. 100%. Но он же все равно при этом шутит, выходит на сцену, аудитория, ну, у всех есть мобильный телефон. Да, я поэтому говорю, что... 20 человек могли выложить эту шутку. Лучше ходить на живые выступления, чем смотреть в интернете, они гораздо интереснее. Потому что они не цензурированы? Да, 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 потому что там нет никого. Мы не будем вырезать шутку про Назарбаева. Серьезно? Ну, ладно. Бог вам судья. А что, Бога вы не боитесь? Нет. А ты? А ты? Боюсь, я же верующий. Бога, конечно. Давайте сразу с главного. Вы религиозный. Да. А как вообще комик может быть религиозным? Ну, это, мне кажется, нормально. В том плане то, что... ты можешь свои мысли рассказывать. Если честно, пока я так не начал делать, я не знаю, как это вплести грамотно, чтобы это не было и оскорбительно для своей религии, это чтобы не было оскорбительно. Сколько тебе лет? Мне 23. Вот 23 года. Сценарист, маркетолог, комик. И бац, и ударился в религию. Почему? Как это вообще? Нет, это нельзя сказать, прям ударился. Я просто начал читать. Знаете, это не произошло так, что типа не было никакого чуда, что хоп, я один раз помолился, и мне что-то пришло. Нет. Давай, карты на стол. Мы тебя в этом же баре увидели впервые, когда ты рассказывал историю про то, что ты употреблял мефедрон. Да. Вот давай сразу. Что это за проблемная ситуация, про которую ты говоришь? Это зависимость от мефедрона? Ну, это, знаете, не было такой зависимости, но мне потом прям тяжело стало от того, что я просто сам факт того, что я попробовал его. То есть это не длилось год. Нет, когда попробовал один раз, и когда ты выходишь спустя какое-то время, как ты здесь в баре Джинджер вышел и сказал, что у тебя были проблемы, ты этого не скрывал, ты прям вынес это на публику. Да. Когда мне было очень сложно в плане того, что я сам себя запустил, я начал употреблять этот мефедрон ебучий. Если бы ты не употреблял мефедрон, ты бы стал сегодня религиозным человеком? Скорее всего, да, потому что еще до этого я все менее и менее радикальным атеистом был. О чем ты шутишь сегодня, кроме мефедрона? Я только один раз шутил, на самом деле. Да, но мы его поймали. Про рост. У меня не такой высокий рост. Я 159 сантиметров. Для мужчины это очень плохо. Ну и смешно, соответственно. Вон, человек даже улыбается. Так, второе, это я шучу про свой город. Ну да, он улыбается, потому что он высокий. Ну да. Скорее всего. Радуйся. Судя по всему. Да. Но я умнее тебя точно. Да почему? С чего? Я так решил. Мефедрон, религия, серьезно? Как ты можешь совмещать две абсолютно противоречащие
друг другу концепции жизни, мне кажется. Религию, в которой все-таки, на мой взгляд, нет никакой иронии. И самоиронии нет. И юмор, и стендап, который, в принципе, строится на иронии и на самоиронии. Как ты можешь это совмещать, ну, чтобы это было естественно, и насколько, насколько, ну, как, надолго ли вообще тебя хватит во-первых, вот в таком? Я не думаю. Не, я просто не согласен в плане того, что в религии нет самоиронии. Ну, типа, она сильно запрещена или что под каким-то табу. А во-вторых, я знаю, что это можно совмещать. Я пока не нашел этой формулы, но я точно ее найду. Про религию я когда-нибудь начну шутить, потому что я сам... Нет, это сегодня фраза дня просто. Почему? Когда-нибудь, потому что все... Потому что я... Нет, я могу, в принципе, начать, потому что я сам религиозный человек. То есть не религиозный, я верующий. Угу. Я был религиозным какое-то время, я погружен был в эту тему, очень много читал, очень много всего изучал, знал и так далее, совершал все эти обязательные какие-то движники, скажем так, в религии и так далее. Ты намаз читал? Да, я намаз читал раньше. Зачем я так вилял? Витиевато, да. Да, да. Как будто да, я читал намаз раньше и так далее, но по каким-то там причинам, лень и так далее. Вот ты сказал, что у казахстанцев есть чувство юмора. Да. Как думаешь, они готовы к шутке, к шуткам про религию, про ислам? Готовы, 100%. Это не большинство, явно не большинство, потому что мы все-таки государство проислам в большинстве своем. Ну или можем так думать. Вот. Но я думаю, что готовы. Есть просто огромное количество цивилизованных граждан, которые готовы к юмору в принципе. Юмор не нужно делить, вот об этом можно шутить, а вот к этому не готов. Ты, если смотришь что-то такое или пришел вообще в эту сферу, будь готов слушать и шутить о чем угодно, кроме Ельбасы. Кроме Ельбасы. Да. Про религию шутить проще, чем про политику? Опасно. Тоже опасно. Тоже. Ну, ребята, люди разные бывают, зрителям не всегда понимают. Те, кто понимают, конечно, с ними классно. То есть в компании друзей, типа, когда это не на камере и не на сцене, это вообще, очень, это всегда смешно, всегда улет. Но это, конечно, там, с точки зрения самой религии, это неправильно как будто бы. Ну, там, посмеяться всегда можно. Можно ли говорить, что это какой-то другой уровень чувства юмора, интеллекта? Когда люди воспринимают шутки про религию так же, как они воспринимают, допустим, про шутки про толстую жену там, или крайне удачный брак? 100%. Это другой абсолютно уровень интеллекта, когда ты можешь посмотреть на все со стороны. Круто, когда, если шутки про жену, они смешные, потому что в большинстве своем ты узнаешь в этом себя, то шутки про религию, в случае с шутками про религию, про там, национальность, здесь необходима возможность уйти в сторону, посмотреть на это в целом. Что ты имеешь в виду уйти в сторону? Шутка про ислам. Не нужно думать о том, что я глубоко верующий мусульманин. Нужно постараться просто оценить адекватно, смешно это или нет. Я за то, чтобы пошутить так, чтобы желательно не оскорбить никого очень тупо и прямолинейно. Как же, шутка, это все равно так или иначе. Есть же даже комедия оскорблений, тоже на большую часть стендапа это комедия оскорблений, да? Ты же, как ты пошутишь над мусульманином, не оскорбив его? Шарли Эбдо? Никаких шуток про религию. Не нужно об этом шутить. Все, про Ельбасы нельзя. Ислам, не надо в это суваться. Давайте шутить про жен. Ты сейчас серьезно говоришь или нет? Да. Я комик, я буду переобуваться постоянно. Мне все. Никаких шуток. Отрезать голову, мне нравится голова. Я хочу с ней быть. Ты тогда останешься менеджером по продажам и будешь вступать в этом проклятом баре вообще. Блин, я надеюсь, что есть какая-то альтернативная реальность. Первая реакция зрителя на тебя, этой неловкости не было? У меня в конце выступления была такая очень интересная штучка, которая делает людей в ступор. Я после всего выступления, у меня там было 10 шуток, и прошла шутка, а вообще
грех над такими, как я, смеяться. И люди чем была тишина в зале. И в этот момент у них сначала первые, наверное, секунд 15 была гробовая тишина. Они все переглядывались, типа, блин, а мы-то ржали. И вот этот вот неловкий момент, он так ощущался на сцене, я его так ощутил, а потом они взорвались от смеха. Когда ты со сцены шутишь про ДЦП, про инвалидность, ты как бы раздвигаешь вот эти вот границы, да, какие-то барьеры неловкости социальные, которые в нашем обществе, там, ну, в отличие от европейского или американского, очень развиты. То есть вот эти границы становятся меньше, когда условно я с тобой могу посмеяться, и через юмор, да, там, я или общество начинает воспринимать тебя как полноценного своего члена. Ты же это понимаешь, да? Да, конечно, и отношение ко мне резко меняется. То есть, если раньше ко мне друзья, типа, мы тебе поможем, Никита, давай мы сделаем то, сделаем это, а теперь они относятся, а теперь, если я прихожу к ним в гости, и, например, их мама старается за мной поухаживать, они говорят: ма, типа, не трогай, он сам сделает. То есть это уже люди воспринимают меня таким же полноценным человеком, начинают воспринимать. Когда ты выходишь и начинаешь шутить над собой, там видеть какую-то реакцию зала, что это для тебя? Для меня это, скорее всего, какая-то, как вам описать, это эйфория. Мне это нравится. Я получаю от этого огромное удовольствие. Доставлять людям смех. Когда я учился в театре, нам говорили, сыграть трагедию – это легко. Заставить человека плакать – это легко. Два счета. А заставить его смеяться – вот это уже искусство. А вообще грех над такими, как я, смеяться.